Положение дел на рынке труда и проблему подготовки кадров обсудили во время рабочей встречи глава Чувашии Михаил Игнатьев и ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров. Значительная часть выпускников сегодня идут работать не по специальности, что нивелирует значимость высшего образования. А следовательно, одна из задач государственной политики – выстроить грамотное взаимодействие между студентами, учебными заведениями и будущими работодателями. Чувашский госуниверситет уже реализует несколько проектов в этом направлении, и правительство республики возлагает на ВУЗ большие надежды. Конечно, у вас прекрасный, сильный научно-образовательный центр. Один из лучших по сравнению с другими даже учреждениями высшего профессионального образования. Мы встречали вас, встречались с преподавателями, обсуждали. И нам надо, конечно, используя научные, творческие идеи, постараться через проекты реализовать, конечно, в реальный сектор экономики. Это ключевое направление нашей деятельности наряду с профориентационной работой. Поскольку если эти два направления мы будем отрывать друг от друга, то у нас эффект от деятельности университета, вузовской деятельности вообще, он будет невеликим. Вот поэтому мы вот эти два направления, два вектора, две задачи решаем в совокупности. Вот пример тому вчерашняя встреча с представителями фирмы «Миконт». Это структурное подразделение, конструкторское крыло концерна «Тракторные заводы», с которыми мы совместно открыли уже решение ученого совета, было в сентябре, кафедру колесных и гусеничных машин. Это уникальная кафедра, поскольку осталось в единицах вузов. Вот есть вот у Баумана в Сибири, вот у нас.